вот мы подъехали к озеру Мангуб. Нам рекомендовали покупаться. Попробуем покупаться. Вот мы приехали на озеро Мангуб. Отсюда начинается пешая тропа на Мангуб. Наверное, вот это вот. Попробую все-таки окунуться в озеро Мангуб. В этой части оно чистое. Даже рыбка плавает. А там оно как-то больше похоже на пруд. Попробуем. Ну, в общем, поплавав в этом прудике Мангуб, мы идем обратно. Прозрак около метра, запах от воды, конечно, небольшой есть, но не сильно, в Питере бывает хуже. Ну, в общем, вот начало подъема на Мангуб отсюда. И вот джипчик, который нас вчера возил. Вот. Ну, мы ездили по Панковски и с другой стороны. А так от озера Мангуб, собственно, и начинаются экскурсии. Вот. Ну ладно, а мы двигаем на Чафуткале. Какие тут интересные вон штуки. Обалденно красивые наверху. А думаешь, это уже и не сюда? Угу. Красота. В общем, мы пробираемся какой-то панковской дорогой в Чафуткале. Вот. Вы видели отворотку на типе Кермен 3,5 километра, но мы там уже были. А сейчас мы едем, соответственно, на все-таки Чафут. Вот такие вот виды открываются у нас по дороге. Ну вот он открывается. Вид. Вот нам удалось подъехать все-таки в Чафуткале. С другой стороны. С нецивильной. Туда, куда возят экскурсии на УАЗиках. Нам удалось прорваться. Вот такие вот тут пещеры. Они начинаются уже отсюда. А вот сама, собственно говоря, крепость. Вот. Ну, на мой взгляд, это здорово. Проезд есть. Доехать не доехали. Без всякого УАЗика. Тут Кале доехать на ракетнике можно. Я бы даже не сказал, что он сильно долбается. Это не сложно. Теперь идемте дальше. 500 рублей с нас. 9 до 16.30. Ну, идемте смотреть. И точки, то есть вот здесь 6. Ну, в общем, да, идем до 5. Что есть такая накатанная колея, да? Тут а тоже видно телеги. Телеги. Это да, это есть далеко. Очень много веков назад. Клиренс был хороший, да? У телег. Смотри. Вот здесь, например, да? Так что телеги отличались повышенной проходимостью. И привод на все 4 копыта, между прочим. Во. Охренеть. Ну, колеса большие были. Да, мне по колено практически. Илья. А тут типа тротуар, да, появились. Старая версия тротуара. И бордюра. Ну что, господа джиперы, да? Я в том числе. Припарковаться на такой бордюрчик не желаете? Тут разве что хаммер припаркуется. Дом серый седой волк. Чалбюрю. 17 век. Бегает ящерка-то какая красивая. Вот это явно старинная. Да, стены толстые. Тут открывается чудесный вид. Вот он. Да, красота. Пещеры уже видны. Ну что там? Кафе, наверное. В этом году, в этом доме жил археолог Фирхов Авраам Г. Амуилович. Амуилович, господи. Здесь жил великий археолог, который, видимо, его и исследовал. Ну что, удобно,
Вышел из дома и сразу тебе раскопки. Усадьба Афирковича, расположенная в новом городе на главной улице, в 40 метрах от средней оборонительной стены. Усадьба состоит из комплекса сооружений, расположенных по периметру двора, включая главный корпус, служебные помещения и баню. Главный корпус состоит из двухэтажного жилого особняка и примыкающего к нему одноэтажного служебного здания. Стены усадьбы сложены из известнякового бута на известняковом растворе. Совсем на известняке, короче. Предположительно, в первоначальном виде здание было одноэтажным. Второй этаж служебный. Корпус и бани построены позже. Усадьба получила свое название по имени известного караимского ученого и общественного деятеля Авраама Фирковича, проживавшего здесь во второй половине 19 века. В конце 19 века, начале 20 века в усадьбе размещался смотритель Чуфут-Кале с семьей. Вот так вот. Так вот выглядит план этого здания. Мы находимся здесь. Вот тут находился ханский монетный двор. После сильных дождей сейчас монетки умываются, но ее еще когда печатали, народе называли гнилая монета. Как металл ценности особо не имеет, в основном как история. В музее увидите. Вот в этом домике 12 лет еще семья назад жила, ну, жена, двое детей. Мальчишка в эти клад, девчонка в первую. Их государство платило, как смотрите, но платило немного, и они держали массу скота. Вот поили вот из тех колодцев. Для себя водичку снижеводил на лошадь. А в 19 веке здесь жил крымский ученый, собиратель древних рукописей Авраам Самуилович Фирковович. По заданию общины ездил в Палестину, изучал историю народа, собрал за историю первую половину подарил Санкт-Петербург, вторую продал. Хранятся в публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина. Вот лет 20 назад вкрали рукописи как раз из этой коллекции. Ничего себе, тут дорожки с вымоенными прочим. О, это большой крепостной ров. Круто. Его наполняли водой, а ничего ж она там стекать могла, не? О, какая красота. Ух ты, и тут проход вниз. Фу-ху, нифига себе. Да, тут высота. Как всегда, тут высота. Красота. Вот там мы припарковали машину. Это бассейн, что ли? Если там ров, то на крыше рва, фу, получается это самое. Подвальное помещение богатой караимской усадьбы. Вот так вот. Спасибо. Еще если я тут так. Ух ты. Большая, огромная. Вот это подвал, да. Красота. Ну, действительно. Винишко хранить в бочках. Красота. Только как вот ров сверху. Я не очень догоняю. Ну ладно. Ничего себе, тут такие ходы, переходы, проходы. Да. О, как. Большой подвальчик, да? Ну и здесь уже куда более видно, более прямые стыки. В отличие от тех городов. Пролезь какие-то менее глубокие, более короткие, я бы сказал. Вот здесь вот четко были киркой. Они коротенькие. Видно, следы чем-то толпали. Угорались. Там какие-то вот больно длинные они. В общем, здесь явно работали другой технологии. Угу! Фига себе такое. Эхо, эхо, эхо! Красота. Эхо. Разносится далеко. Но однозначно метод обработки камня отличается. Как, собственно, и толщина стен. Слушай, надо такую гаражку
Да. Такие площади, я боюсь, уже разложилась бы, и машинка бы влезла. Да, тут все что угодно влезет. Хороший подвальчик, богатая усадьба. Ладно, айда смотреть дальше. Ну, странный какой-то все-таки ров. Сейчас прям даже не верится, что это ров. А это что? Затопленное под ровом помещение, что ли, какое-то? Странное. Красота. И колонна. Из рва. Зашел здесь, а вылез. Опа, да. Вот так вот. Точно. Красота. Юра полез на стену. Это важно. Ну как там, прикольно? Нет смысла прогуляться по стене? О, фига тут так. Прикольно. Вот забрались на стену крепостную. Вот так вот. Вон ров. Непонятно что. Наташа и обрыв. Красивый вид. Опять камень нарезанный как... Прям башня. Так сверху вниз. О, какая комната. Какая вот здесь. Да, методы обработки отличаются. О! Опять что-то, чтобы привязывать чего-то. То есть животных. Или чего-то такое. Хлеб. Сходим, посмотрим, что такое тут внизу. Понятно. Ничего не понятно. Какие-то странные перегородки тут были. Что это? Зачем это? Не ясно. Привязывать животных. Видать. Тут, наверное, можно пройти туда, но вот зачем, непонятно. Так что я не пойду. О, какая красота. Что-то там внизу интересно. Это памятник архитектуры, как здесь написано. Гробница. 1437 года. Прикольно. Да, такая облицовка. Решетка это зачем? Он не ожил, мертвец? Не выполз? Вампир ночью не вышел, да? Посмотри, ее ломали, видишь? Я вижу следы ударов, да. Это однозначно мертвец, который хотел... Видишь, он? Какие следы, да? Он хотел вырваться оттуда. Так что решетка пока держит. Мы в безопасности, иначе к нам придет граф Дракула и всех нас. Покоцает. Гм, что это? Смотри, усыпальница Джаники Ханум, дочери золотого ордынского хана Тохтамыша. Вот так вот. Это еще гробница с Орды, оставшаяся здесь. Пришествие Орды. Какие ниши тут. Явно для статуи, которых сперли. Вот, мавзолей расположен на территории старого города перед северной куртиной средней оборонительной стены. Комплекс представляет восьмигранную постройку, резной портал. Ну, в общем, кто хочет, читайте. Вот, пожалуйста, я это заснял.
можете это прочитать, поставить на паузу. Вот такой вот он план. Вот такие вот арабские буквы здесь видны. И вот где мы находимся. Если мы пойдем сюда дальше, то мы увидим оборонительную стену. Нам надо идти туда, и мы увидим мечеть. Попробуем пойти туда и увидеть мечеть. Что это такое, вообще непонятно. Остатки мечети, что ли? Или какого-то храма. Да, руины мечети. Построенные во времена правления того самого Золотоордынского хана на 1346 году. Реконструированы в 15 веке. Да, действительно мечеть. А дыркинцы зачем, интересны эти? Колонны были 4. Скорее всего. Руины мечети, расположенные на территории старого города недалеко от средней оборонительной стены. Комплекс представляет прямоугольную постройку, площадь, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Кому интересно, ставьте на паузу и читайте. Схема, мы уже у циферки двойки. То есть мы уже больше половины обошли. Забавно. Да, дырки это были колонны. Так оно и есть. Основание минарета. Все понятно. Здесь явно руины чего-то там, и табличка «Опасная зона, проход запрещен». В общем, тут везде руины, как понятно. Надо попасть, посмотреть, что это такое. Понимаешь, тут везде были какие-то постройки, вон стены чего-то. Где? Еще одна. Да, опять какие-то непонятные птички. Синички. Территория крепости далеко еще, не вся изучена, это видно. Везде кругом какие-то руины, каких-то зданий. Что здесь было? Они не откопаны. Так что установить, что здесь было, непонятно. Лепотища. Это действительно красиво. Где-то там, на том плато, стоит наша машина. Маленький крошечный джипик катит по дорожке. Красота. Говорит фотка. Какие-то камушки насыпанные. Странно. Ничего не. Красиво. О, какой вид открылся нам. Пещеры, камни, пещера очередная выдолбленная в скале. А туда я столько телепортироваться без веревок, в общем, желание не пройдет. В общем, тут видно какую-то деревню. Вон проход в какую-то пещеру. Красиво. Еще какие-то непонятные ягоды черные. Черника. Ну блин, местного разлива. Но жрать не стоит. А то это можно в последний раз сделать. Остались от козлика рожки до ножки. Была какая-то птица, ее сожрали. Попадаются дубы, колдуны. Правильные формы листочками. И желудями. Весь чехут как на ладони. Вон машина, стена. И вообще все видно. Вот она стена. А вот там машина. Ну вот, присели передохнуть.
специальный. Это трень. Понятно, да. Вот бедные туристы карабкаются наверх туда. Сюда, то бишь. О. А вот это усадьба, да? Да, мы стояли прямо на доме. Пещерно, вон, видите? Они. Они есть, но труднодоступные здесь. О, как тут прикольно. Какие они пещерные передать? Города с этой стороны. Да. Как их сейчас много будет. Угу. Какие многоэтажные сооружения. Да, вот она, дорога старая. Вот он, типа, конец древней дороги. И она идет на спуск. Здесь какие-то пещерные сооружения. Ступеньки. Вот такие хатки. Толчок. Вот мы идем по этой средневековой дороге. Интересно, по ней чего-то ездило. Ну, красиво. Нормальные такие пещерки. О, красота. Угу, красота. Угу. Кормушка и дырки. Известная нам же технология. Вот только манера вырубки. Скорее уже другая. Здесь рубили как-то по-другому. Что-то заделано. Тоже привязывает скот. Ящерки. Ну вот, мы дошли до циферки 1. Комплекс пещерных сооружений в районе южных пород. Ворота, дорога, комплекс. Просто это был монастырь. Угу. Что-то там тоже дальше есть. Как тут красиво и интересно. Бассейн. Да, тут еще целый комплекс. С бассейном. Тут можно было принимать ванны. Ух ты. Большое сооружение. Вот это, наверное, храм был. Прикольно. Колоночки. Угу. Знаете, вон прям такие. Не, это текло, глина какая-то, протек.
Корень какой-то. Да, здесь дерево. Кстати, тоже весьма закрученное. А? Тоже закрученное, видишь, древесина. Здесь тоже явно геомагнитная аномалия. Еще одна комнатка по соседству. Тут ступеньки наверх. Здесь еще одна комнатка. Вездесущие ниши для ламп или свечей. Да, там большой храм. Перешагнем, я сейчас перейду. Похоже на крест. Нет, действительно, что-то типа монастыря. О, опять сколько людей. Заходите смело, ничего не завалится. Это кормушки, ямы. Это место для лампы. Свечка, что ли? Штуки. Вообще что-то непонятное. Ого. Какие тут помещения. Вот такой вот комплекс. Маленькая пещерка с окошком. Или что это? А, вот это тут вот пещерка вот. При входе в город. Сейчас попробуем забраться, поглядеть. Давай. Красота. О, какие тут южные ворота, малые тайны. Чуфут-Кале. А вон туда не хочешь? Какие пещерки-то тут. Красота. Ох, ёбки. Зеленая, вот эта выемка здесь. Фиг залезешь, называется. Стрёмная тропинка, идущая практически в никуда. Выемка и все в пещере. Ничего такого особенного. Ну тут дальше, конечно, куда-то можно уйти, но не нужно. Совсем уже не нужно. Вот. И вот такой отсюда открывается вид. Красиво. Поднимающиеся. Видимо, там колодец располагается. Ну, сейчас с него прогуляемся. Ну, оно смотрится хорошо. Красивые выемки. Традиционные. Ну, сюда я тут захотел. Поехали там елки. Красота, да. Если вот туда теперь. Да, вот это уже больше похоже даже на Петру. Да. Я бы сказал, вообще интересная вырубка, да, такая по форме. И здесь опять-таки немного отличается. Ну, какие тут интересные. Все.
песчаные выемки, я бы сказал. Нетипичные. Да, смотри-ка, действительно, новый подземный город. Действительно, классный вход. О, как забавно. Да. Осторожно. Сходим. Отлично. Вот, вот 120 метров, потом винтовой вниз. Спуск вот такое вот сооружение. Спускаемся вниз. Стой. Колодец. Недавно откопанный колодец для воды, засыпанный. Время нашествия Дар Монгол. Не отправляли все колодцы, уничтожали, засыпали и так далее. Их не пощадили. Вот недавно его откопали. Сейчас нам все расскажут более подробно. Находимся мы с вами перед входом в осадном городе. Все пещерные города Крыма. Пещерных городов у нас 12. Наверняка убывали в некоторых из них. Ну, некоторым бывает, наверное, уже. Имеют осадные колодцы, которые использовались для добычи воды во время осады города. Так как пещерные города имели слабое место, враг подходил к стенам города, отводил воду, приходилось сдаваться из-за жажды. В данный момент мы находимся в подвальном помещении башни, которая закрывала вход в это сооружение. Верх башни построен в 6-8 веке, это византийская кладка. Само сооружение датируется началом нашей эры. Пазы, которые мы с вами видим, говорят о том, что здесь стояли массивные щиты или ворота, которые закрывали вход в это сооружение. Во время нахождения в сооружении большая к вам просьба. Стены, потолки, осветительные приборы руками не трогать, впереди меня не бежать. На все вопросы я отвечу в конце экскурсии. Появится желание фотографировать, мы это делаем на обратном пути. Кто повыше ростом, бережем голову, акселерация нас вытянула. Ого! Ничего себе, не копали тут, бедолаги. Ого! А то что-то вырубить, так это же еще сколько копать. Копать, копать, копать. Итак, мы находимся в начале 120-метровой галереи, которая приведет нас к середине 45-метрового колодца. Лестница, на которой мы с вами стоим, по караимским поверьям носит название Алтын-Мертвен, что в переводе означает «золотая лестница». Золотая, потому что каждая капля воды в Крыму всегда была на вес золота. Искали колодец 10 лет, нашли в 98 году. Полностью расчистили в 2001 году. Всего отсюда извлекли 2500 тонн земли и камня. Поэтому все, что мы с вами увидим, осталось в первозданном виде, так как земля и камень законсервировали сооружение. Обратите внимание на осколок колонны от византийской базилики, найденной во время раскопок. Базилика находилась на месте ныне сохранившейся мечети. Помните, кто был в городе? В 11 веке она была разрушена хазарами, и из ее осколков была выстроена внешняя часть башни. Кресты подобной формы позже использовались армянскими зодчими и носят название хачкар. Если вы бывали у могилы Ивазовского Феодосии или в монастыре Зурбхач, молодцы, кто бывал, молодец, кто не бывал, тот тоже молодец, но побывает и увидит. Пойдемте. Не означает, что сооружение издревле называлось именно так. Дело в том, что когда мы разыскивали объект, мы пользовались не только малочисленными архивами, но пользовались также легендами и сказаниями последних жителей этого города, караимов. Так вот, искали мы не Алтын-Мертвен. Мы искали так называемый Ашарын-Йол, что в переводе означает «тайный путь». Потому что у караимов была легенда о летающем войске князя. То есть враг, подходя к стенам города, видел князя, руководящего обороной. Буквально через короткий срок князь наносил удар в тыл врага. Это говорило о подземном ходе. Но надежды наши частично не оправдались. Обратите внимание на эту вырубку на стене. Когда мы на
начинали копать колодец, мы предполагали, что это является картой, схемой колодца. Вот галерея, по которой мы с вами опускаемся. Вот сам колодец. Когда мы завершили работу, мы не обнаружили вот этого хода. И видите, нет части стены, где наверняка были какие-то насечки. Поэтому есть предположение, что это черновая карта-схема общей гидросистемы, которая не была достроена по какой-то причине. Прямо над картой вверху знак горного мастера, Маркшейдера. Знак византийский, что говорит о том, что колодцем пользовались длительное время и дорабатывали его. Так здесь, пожалуйста, аккуратненько, несколько ступенечек стерто. И отеки. Прям пещера. И так, что мы с вами видим, глядя вверх. Слово назовите. Хальцит. Еще слово более. Сталактиты. Молодцы. В чем необычность этих сталактитов? Первая необычность – то, что они растут в искусственном сооружении. Вторая необычность – что они растут без доступа воды. Они растут на конденсате. Теплый воздух поступает из галереи, холодный из колодца, впадает в конденсат, и на нем растут сталактиты, что говорит о древности сооружения. 1 миллиметр сталактита в подобного рода искусственных сооружениях растет 170 лет. Всем вам приходилось бывать в мраморных пещерах? Доводилось. Кто не бывал, настоятельно рекомендую, хотя бы из-за того, что мраморные пещеры входят в пятерку красивейших оборудованных пещер мира. И там вы увидите и сталактиты, и сталагмиты, и сталагнаты, и королиты, которым сотни тысяч лет. Перед нами так называемый тупиковый ход. Это небольшой 2-метровый колодец, который наполнен современной дождевой водой. Мы расчистили древние протоки, пустили специальную трубу, чтобы не размывало ступени. Раньше вода сюда поступала прямо по ступеням. И теперь, к сожалению, заполнен. К сожалению, потому что мы с вами не увидим, что на своде колодца следы были древней истории. Отпечаток рыбы, возраст которой 75 миллионов лет. То самое время, когда всеобщий океан Тетис покрывал большую часть нашей планеты. К слову о палеонтологии. Вы вообще люди искушенные, вам приходилось бывать в других естественных пещерах? Доводилось. Приходилось, но очень давно. Ну так что вот я вам присоветую. Комплекс мраморных пещер включает себе 3 оборудованные пещеры. Так вот вторая пещера, ее даже можно назвать первой, пошла на 4-й в рейтинге, Эмена Бейр-Хасар. Она, кроме того, что более серьезная и взрослая, это есть палеонтологический музей, где находится мамонтенок, пещера медведь, недавно найденный бизон. Очень красивая есть пещера. Есть десяток кистеперых латимерий, более видных, чем у нас. Но, впрочем, когда вы подниметесь на плато, там уже будете сами решать, что вам интереснее. То и другое лучше, если вы подниметесь. Оно того стоит. Ну, там 2 пещеры. 3-я не работает, оборудованная сейчас, к сожалению. Перед нами следы хулиганства. Читайте. Ничего предосудительного. Кто хулиганил? Кто хулиганил? Да, кто-то давно хулиганил, похоже. Давайте достаточно. Ловим, промащиваем.
Что такое? Никак на древнеарамейском не считается. Люди редко меняются с другой стороны, чем славяне не считают. Если это важно, прочитайте с другой стороны. Итак, в 13-14 веке, когда галерея еще не была полностью засыпана, любители острых ощущений проползали сюда и масляными светильниками или свечами оставляли свои имена. Надписи гласят: Симон Кожевник, Яков Сапожник, Галоя взят, часть молитвы, ряд караимских фамилий и слово «Шалом». Также два имени, сделанные латинами – Софья и Майя, что говорит о том, что в Крыму всегда проживало большое количество национальностей. В данный момент в Крыму проживает 175 национальностей. Для сравнения, на всей материковой части России проживает 147. А мы с вами, проходя мимо окрестка, 27 метров от створа колодца, опустимся за мной по винтовой лестнице еще на 18 метров. Во время спуска большая к вам просьба. До тех пор, пока я не разрешу, в створ колодца голову не высовывать. Потому что, невзирая на мелкую сетку на створе колодца, мельчайший камень может привести к травме. Я покажу удобное место. И здесь аккуратно тоже. Так здорово. Красиво. Тут я нельзя? Я что сказал. Ага. А я не высовываю. Так, видите, они послушны. Молодцы. Итак, перила, которые мы с вами видели, естественно, сделаны в наше время. Но во время раскопок колодца были обнаружены пазы, куда вставлялись деревянные перила, которые не сохранились. Подпитывался колодец тремя видами влаги. Это была конденсатная влага, это была дождевая влага, и это были родники, которые били стены. Но в 8-9 веке нашей эры по Крыму прокатился ряд землетрясений, и их властные известняка перекрыли доступ родника к колодцу, и он остался на подпитке только конденсатной и дождевой влаги. Обратите также ваше внимание на мастерство исполнения лестницы. Лестницы представляли из себя винт без единой поддержки. Лестницы поддерживали сама себя. Теперь можете посмотреть вверх безопасно. Все смотрите, смело смотрите. Если бы створ колодца был бы чуть уже, а сам колодец был бы глубже метров на 20 с большим подземным помещением, то даже днем мы с вами смогли бы увидеть звезды. Потому что наш колодец по своему построению подобен колодцу обсерватории хана Улугбека, который находится в Самарканде. Но я не думаю, что из нашего колодца вообще зачем-то наблюдали. Пойдемте. Другие цели. На последней ступенечке, пожалуйста, аккуратно. Высокая ступенька, низкий свод. Вот мы с вами опустились на глубину 45 метров. Это высота 16-этажного здания. Мы с вами находимся на 5 метров ниже уровня балки, мимо которой вы проходили, когда поднимались сюда. И колодец завершается так называемым водоочистительным залом. Вода попадала сначала в более высокостоящую ванну, затем переливалась через специальный очистительный барьер, попадала в более низкостоящую ванну и, очистившись от твердых примесей, заполняла колодец до третьего витка, до середины винтовой лестницы. То есть мы с вами опускались по стволу колодца, где в лучшие годы плескалась влага. Приятный сюрприз ожидал нас при завершении раскопок. Нами был обнаружен клад, который к самому колодцу отношения не имеет. Клад 13-14 века, который состоял из 4255 серебряных монет и 30 золотых. Монеты только наполовину изучены, часть находится в Центральном музее Таврида города Симферополя, часть в спецхране. Наиболее интересной монетой был золотой египетский динар, найден впервые на территории постсоветского пространства чеканен известным султаном Египта Бейбарсом, который родился в городе Салхат. Сейчас город Салхат называется, кто мне скажет, как? Даю прямую филологическую подсказку.
Слово горы из двух отдельных русских слов. Первое слово говорит о преклонном возрасте этого города, а второе слово говорит о нашем полуострове. Как называется город? Конечно, молодцы. Имя Бейбарса тесно связывают с именем легендарного султана Саладина и с воинами за Иерусалим с крестоносцами. В данный момент мы завершили раскопки внизу колодца. Вверху мы считаем выход гор в дворцовую часть. Постоянная температура воздуха 14-15, влажность 96%, 197 ступеней. Вопросы, пожалуйста. Пить можно? Нет, дождевая вода. Уже не та дождевая. Ну, чтобы вам было понятнее, эта вода, попадая сюда, бывает весь туристический город. Вы же знаете о неорганизованности, как минимум, наших людей. Тем более, в наше время уже загрязнена дождевая вода. Раньше еще можно было оперировать, там волосы мыли. Сейчас, разве что, если хочешь сделать себе депиляцию головы, можно. Даете мне вопросы, я показываю фотографию клада, хорошо? Извините, а не подскажете, а где именно нашли клад? Вот как бы, ну, скамейка. Колодцу? Колодцу не имеет отношения. Ага, а где то именно? То есть скамейка, где вы сидели, над вами 40 сантиметров от поверхности. О, как! Когда выйдем, я... Ничего себе! Если выйдем вверх, 15-я ступенечка. Мы просто давали обратно в порядке. Мы давали сверху и заканчивали там, где мы входим. Понятно. Здорово. Но неизвестно, как он попал этот клад сюда. Или есть какие-то гипотезы? Как клад? Скорее всего, время, когда Османская империя захватывала Крым. Кто-то из богатых торговцев. Ясно. Спасибо. Трудно вообще понятие, какие люди откуда клады берут. Знаешь, там не оставляют нам пояснить. Ну да. Это я приготовил. Понятно. Посмотреть-то можно вверх? 15-я ступенечка, если вы были внимательны. Теперь уже не стоит. Теперь уже не стоит. Только одно местечко, куда безопасно можно зайти. Вода утекала. Так, коронавирус. Кубки нас ну, а что-то есть. Давайте что-то смотреть. Ага. О, да. Вот, под этим кинасом находится такой вот подвал. Очевидно, это кормушка для скота. Здесь все сбивались лошадками, осликами, увечками и прочей халабудой. Здесь держали и кормили, здесь тоже. Ух ты, нифига тут проходов. Да, тут большие проходы дальше. Огромные площади. Стены выложены кирпичом. Секретные проходы. Ну, удалось влезть в последнюю комнату через узкий лаз. Тут по-любому первобытные рисунки. Конечно, не какие-нибудь первобытные, а современные. Но
Что-то, кстати, нарисовано достаточно давно. Что-то относительно недавно. В общем, как-то так. Да, какая красота. У нас открывается неплохой вид. Красота. Большая лобовка. Красота. Лепота. Проход. Вот эти кинасы. Такие вот дворики. Видимо, конструированный дом. Почти все. Что-то непонятное. Склеп какой-то вон. 1828 год. Странно. Какой-то булыжник непонятный. Идем мы у нас в сторону машин. Ничего себе камушки. Что-то накорябано давно. Это вот на заборе в кинасах. А тут еще пещерный дом. Ну какие дома. Интересно тут. Нашел керамические осколки. Кувшина что ли какого-то. Непонятно. Тут еще один. Была лампада, то есть была хрыха, но она обвалилась. О, какая красота. Куда же вы потерялись-то? Мы вообще на месте стояли, а ты куда ушел? Ого, да, такой. Колодец, не колодец. До сбора дождевой воды. Средняя оборонительная стена с воротами. Старый город от нового отделяет. Не, ну хорошо, конечно, телегами прокатали. Вот мы вернулись к нашей машине. Ну что ж, поехали вниз. Кушать, смотреть. Хочется русский дворец. Такая вот дорожка. Но, тем не менее, проехать вполне себе можно, ничего страшного нет.
Я говорю, паркетникам вполне себе реально. Да, камушки попадаются. Камушков много. Такое впечатление, что это когда-то был даже асфальт, хотя на самом деле это не так, это не асфальт, это просто такая вот материковая плита, материковая порода, в общем, камень. Через 500 метров поворот направо, затем через 200 метров поворот налево. Такой не могу, конечно, проезжается без ключей. Дорога неплохая. Красивые камни на бабче сарая. Красиво смотрится. Тут прямо из Бахчисарая такие виды открываются. Классная скала. Вот он, Бахчисарайский дворец. И мечеть. В общем, здесь все.